Дети с ограниченными возможностями, они солнечные. Дети с синдромом Дауна, их нигде не принимают, поэтому мы объединились и решили сами их привести в общество. Солнечные дети, так называют детей с синдромом Дауна. Елена Сидоренко, директор центра и сама мама троих детей, один из которых тоже будет приходить сюда, чтобы общаться, развиваться и чтобы научиться чувствовать себя полноценным членом общества. Центр – это для того, чтобы помочь родителям, в первую очередь, и детям, чтобы они нашли себя в этой жизни. Он не то, что нужен, он просто необходим был. Это была такая большая тревога для области, что нету для данной категории детей у нас отдельного центра, потому что их необходимо было не то, что выделить, а индивидуальный подход и работе с ними должен быть. Примечательно, что центр целиком и полностью создан и оборудован на спонсорские средства. Благодаря кому этот центр появился? Благодаря Александру Сергеевичу Тровникову. Мы к нему пришли, попросили помещение. И он нам не отказал, и до конца вот он с нами идет. Помогает во всем. А началось все год назад, когда на прием к депутату Трубникову пришли родители детей с синдромом Дауна. Подготовили помещение, вот, и надеемся уже со специалистами с профильных министерств, с специалистами города Оренбурга дальше вести эту работу. На открытие центра пришли представители администрации города и правительства области. Помещение в 150 квадратов и ремонт, и та обстановка, в которой будут заниматься дети, поразила гостей. Это кабинет логопеда, да? Это да, логопед. Слушайте, ну вообще, конечно. Гости пришли не с пустыми руками, подарили специальную мебель, игрушки и школьные принадлежности. Но, конечно, для будущей полноценной работы центра необходима поддержка и госструктур, и всех неравнодушных оренбуржцев. Приглашаю всех оренбуржцев оказать посильную поддержку нашему центру, потому что, ну, здесь... Вы сами видите, пока мы сделали все хорошо, но хотелось бы дальше, чтобы это все работало. То есть и мы хотим привлекать специалистов. Между тем, центр начинает работать с 10 сентября, и ребят здесь ждет целый комплекс различных занятий. Песочная терапия, сказкотерапия, психологи, логопеды, дефектологи, игровая комната и физкультура. Это что нужно для наших детей. В планах центра работать и в других районах области, чтобы поддержку и помощь чувствовали все, кто в ней нуждается. Мы просим всех, не стесняйтесь, приходите. Наши дети тоже достойны жить в этом мире и в этом городе. Они ничем не хуже. Михаил Белов, Владимир Семенов. Наше время.